5, 6, молодцы. Давайте встанем в закрытую, пошагаем линию в сторону и выйдем в открытую позицию. И сделаем первый курсор. Поехали. И раз, два, три. 5, 6, 7. В сторону. 5, 6, 7. Раз, два, три. 5, 6, 7. Линия. 5, 6, 7. Раз, два, три. 5, 6, 7. Поворот продвижения. Необходимо все три шага во время поворота сделать продвижение. Первый, второй, третий. Собрали, да, сделали кий. И то же самое вправо. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7. Под себя. Если делаешь не под себя, то ты Филипп Киркоров. Да. Которую мы делали на зеркало, да, когда партнер перед собой раскрывал руки, да, делал, а партнерша уводила их за голову, сейчас мы сделаем это в паре. Раскрываем руки, подавливаем. Партнер начинает, смотрите, давить на ваши ручки, локти у вас ровные. Партнер давит, вы даете чуть сопротивление для того, чтобы ваши руки просто не улетели, да. Вы чуть надавливаете, но не сильно, чтобы он мог это легко сделать. Мы держим кисти, да, то есть вот так мы бьем. И смотрите, вниз направлено. И дальше партнер показывает нам движение, закрывает за головой, опять же легко отпускает, забирает нас в закрытую позицию. У нас ручка осталась наверху, мы ее кладем на плечо. Парни, на прошлом интенсиве говорили уже об этом, кто не слышал. Самое главное, что наши локти должны быть снаружи. Если наши локти будут внутри, то есть партнерша сделает свое время чуть быстрее нас и уберет руки, мы партнерши. Ну все, наши руки лежат сверху, она нас поведет. А, чтобы этого не происходило, да, лучше в этот момент немножко подшагнуть к ней ближе, да, и руки завести обязательно за ее корпус, чтобы наши руки были снаружи. Открытая позиция, готовимся к связке. Подожди еще. Вот сейчас. 5, 6, 7. Поехали, связка. Прямой эфир? Угу. Никто не сохраняется? Я тебе в историю бросил. Появились вот, да. 5, 6, 7, 8. То есть стали жечь по этому, по тексту, ты стал снимать близко, да? И раз, два, три, четыре. Разводим руки. Цитаты не 5, 6, 7, 8. Закрытая позиция. Раз. Партнер, видите, все, вываливается, да? То есть... Коля, что там вываливается? Что там вываливается? 3, 4 и 5, 6, не знаю. Да там же закрыто. Там же закрыто. Ясно. Смотрите, 4 счета мы идем, на 3-4 партнер поднимает вправо. Чуть-чуть. Сразу, да? Девчонки, по поводу рамок, когда партнеры поднимают руки наверх, у нас будут повороты. Вот партнер поднимает руку, у вас здесь, как в трамвае мы держим. Сначала он как бы скромный, без алкогольный, а потом следующий. Ну что, так на стол повесим, не на стенку? Ну да, на стол сюда. А почему нет? Ну просто стенку, прикинь, потом сорвешь. Вместе со шпаклевкой. Там прям. Не? Очень легко срывать.
А, ну все, тогда. Ну так? Ну да. Пойдет? Покажу еще раз холодильник. Вот это написано не открывать, но для вас покажу. Это желе. Вот это зелененькое. Это с абсентиком. Бль-бль-бль-бль-бль-бль. Ну, вклей. Не отклеится? Ну, мне кажется, ничего. Все равно все будут пьяные. Мы все будут играть. Ну, во мне говорит этот. Как его? Который любит, чтобы все идеально было. Перфекционист. Крепляется? Сейчас. Давай. Так? Да. Все, я спокоен. Я спокоен. А что надо? Я хотела прямой эфир, у меня никогда не было прямого. Давай сделаем прямой эфир, Марине. Подготовка к повороту, партнер, прощаюсь. Раз, два, назад, поворот. Пять, забираем руки себе, наш разворот. Раз, два, три, партнер. Пять, шесть, бросаем руки. Раз, забираем пару, разворот.